Боже, милостив будь мне грешному. Создавай меня, Господи, помилуй меня. Без числа я согрешил, Господи, прости меня грешного. Помилуй меня. Достойно есть, якого истину блажите тебе, Богородицу, преснодблаженную, пренепорочную, Матерь Бога нашего, честнейшую Херувима и славнейшего, истину Серафим, без исцеления Бога, Слово, родившую и сущую, Богородицу тебя величаем. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно и во веки веков. Аминь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, благослови. Воскрес из мертвых, Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, молитву ради пречистой Твоей Матери, силы честного же творящего креста, святых ангелов наших хранителей, и всех ради святых помилуй, и спаси нас, яко благий и человека любец. Аминь. Боже, милостив будь мне грешному, создавай меня, Господи, помилуй меня. Без числа я согрешил, Господи, прости меня грешно, помилуй. Чуть от меня поднесся. За молитву святых отец наших, Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй нас. Аминь. Слава тебе, Боже наш, слава тебе всяческих ради. Слава тебе, Боже наш, слава тебе всяческих ради. Слава тебе, Боже наш, слава тебе всяческих ради. Боже, очисти меня грешного, яко николи же благое сотворив пред Тобою, но избави меня от лукавой, да будет у мне воля Твоя. Да не осужденно отверзу уста мои недостойны, восхвали имя Твое Святое Отца и Сына и Святаго Духа, ныне и присно и во веки веков. Аминь. Царю Небесный, утешителю души истины, и же вездесы, и вся исполняй, сокровища благих и жизни подателю, приди и вселись овны. И очистенный от всяких скверных, и спаси блажи души наша. Святый Божий, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Божий, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Божий, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно во веки веков. Аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас. Господи, очисти грехи наши. Владыка, прости беззаконие наше, святые посети, исцели немощи наше имени Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Отче наш, иже еси на небесе, да святится имя Твое, да приди Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небесе и на земли. Хлеб наш насущный дашь нам днесь, и остави нам долги наши, якоже и мы оставляем должником нашим. И не веди нас во искушение, но избави нас от лукавого. Ибо Твое есть царство, сила и слава во веки. Аминь. Восставши от сна, припадаем Ти блажи, ангельскую песнь попеем Ти сильный. Свят, свят, свят и си Боже, Богородица и помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу. От одра и сна воздвигл меня си, Господи, умой, просвети и сердце, с ним и отверзи. Воя же петь эти святая Троица, свят, свят, свят и си Боже, Богородицу и помилуй нас, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Внезапно судья приит, и ко его же деяния обнажаться, но страхом займ полунощи. Свят, свят, свят и си Боже, Богородицу и помилуй нас, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй. От сна восстав, благодарю Тебя, Всесвятая Троица, ко многие ради Твоей благости долго терпения, не прогневался на меня ленивый и грешный, не погубил меня со беззаконием моими, но человеколюбство еси обычное, в нечаянии лежащего воздвигал меня еси. Воеже утренните славословите державу Твою, и ныне, Владыка, просвети мои очи, мысленно отверзи мои уста, поучайтесь о словесем Твоим. И разумейте заповеди Твоя, и творите волю Твою, и пейте Тя во исповедание сердечнее, и воспевайте все святое имя Твое, Отца и Сына и Святаго Духа, ныне и присно и во веки веков. Аминь.
Придите, поклонимся Цареве нашему Богу. Придите, поклонимся Христу Цареве Богу нашему. Придите, поклонимся и припадем к самому Господу Иисусу Христу Цареве и Богу нашему. Избавь меня от врагов моих, Боже мой, защити меня от восстающих на меня, избавь меня от делающих беззаконие, спаси от кровожадных, ибо вот они подстерегают душу мою, собираются на меня сильные не за преступление мое и не за грех мой, Господи. Без вины мои сбегаются и вооружаются, подвигнись на помощь мне и воззри. Ты, Господи, Божий сил, Божий Израилев, восстань, посетить все народы. Не пощади ни одного из нечестивых беззаконников. Вечером возвращаются они, воют как псы, и ходят вокруг города. Вот они изрыгают хулу языком своим, в устах их мечи, ибо думают они, кто слышит. Но ты, Господи, посмеешься над ними, ты посрамишь все народы. Сила у них, но я к тебе прибегаю, ибо Бог заступник мой. Бог мой, милующий меня, предварит меня, Бог даст мне смотреть на врагов моих. Не умерщвляй их, чтобы не забыл народ мой. Расточи силы твои и не зложи их, Господи, защитник наш. Слово языка их есть грех уст их. Да уловятся они в гордости своей за клятву и ложь, которую произносят. Расточи их во гневе, расточи, чтобы их не было, и да познай, что Бог владычествует над Иаковом до пределов земли. Пусть возвращаются вечером, воют, как псы, и ходят вокруг города. Пусть бродят, чтобы найти пищу, и не сыты проводят ночи. Погромче. А я буду воспевать силу твою и с раннего утра провозглашать милость твою, ибо ты был мне защитой и убежищем в день бедствия моего. Сила моя, тебя буду воспевать я, ибо Бог заступник мой, Бог мой, милующий меня. Боже, ты отринул нас, ты сокрушил нас, ты прогневался, обратись к нам. Ты потряс землю, разбил ее, исцели повреждения ее, ибо она колеблется. Ты дал испытать народу твоему жестокое, напоил нас вином изумления. Дары боящимся тебя знамя, чтобы они подняли его ради истины, чтобы избавились возлюбленные твои. Спаси десницы твои и услышь меня. Бог сказал во святилище своем: восторжествуй, разделю Сихем и долину Сахов размерю. Мой Галаад, мой Манассе, Ефрем крепость главы моей, Иуда скипетр мой. Муав умывальная чаша моя, на Едома простру сапог мой, восклицай мне земля филистимская. Кто ведет меня в укрепленный город, тот ведет меня до Едома. Не ты ли, Боже, который отринул нас, и не выходишь, Боже, с войсками нашими? Подай нам помощь в тесноте, ибо защита человеческая суетна. С Богом мы окажем силу, Он не сложит врагов наших. Услышь, Боже, вопль мой, внемли молитве моей, от конца земли взываю к Тебе в унынии сердца моего. Возведи меня на скалу, для меня недосягаемую, ибо Ты прибежище мое, Ты крепкая защита от врага. Да живу я вечно в жилище Твоем и покоюсь под крылом крыл Твоих. Ибо ты, Боже, услышал обеты мои и дал мне наследие боящихся имени твоего. Приложи дни ко дням царя, лета его продли в род и род, да пребудет он вечно пред Богом, заповедуй милости и истине охранять его. И я буду петь имени твоему вовек, исполняя обеты мои всякий день. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно и во веки веков. Аминь. Аллилуйя, аллилуйя, слава тебе, Боже. Аллилуйя, аллилуйя, слава тебе, Боже. Аллилуйя, аллилуйя, слава тебе, Боже. Господи, помилуй. Господи, помилуй. Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Многомилостивый и всемилостивый Бог мой, и Господь Иисус Христос, по своей многой любви сошел на землю и воплотился, чтобы спасти всех. И снова, Спаситель, спаси меня благодатью Твоей, молю Тебя. Ибо если по делам спасешь меня,
то это не будет благодатью и даром, но более делом. Ей многие в щедротах и неизреченны в милости. Ибо ты сказал, что верующий в меня жив будет и не увидит смерти вовеки. Итак, если вера в тебя спасает отчаявшихся, то верую. Спаси меня, ибо ты Бог мой и Создатель. Вера же вместо дел да вменится мне, Боже мой, потому что совершенно не найти дел, оправдывающих меня. Но эта вера да будет превыше всего, да ответит за меня, да оправдает меня, да явит причастником славы Твоей вечной, и да не похитит меня сатана и не похвалится слово, что отторг меня от Твоих рук и ограды. Ну или хочу, спаси меня, или не хочу. Христос, мой Спаситель, поспеши скорее, скорее. Погиб я, ибо Ты, Бог мой, чрево Матери моей. Сподоби меня, Господи, возлюбить Тебя теперь так же, как возлюбил я когда-то свой тайный грех, и чтоб снова потрудиться для Тебя без лени, усердно, как прежде потрудился сатане прельщающему. Особенно же потружусь для Тебя, Господа и Бога моего Иисуса Христа, во все дни жизни, ныне и всегда, и в веки веков. Аминь. Аминь. Святой ангел, поставленный хранить мою бедную душу и несчастную жизнь, не оставь меня грешного, не отступи от меня за невоздержание мое, не дай возможности злому демону подчинить меня себе преобладанием этого смертного тела. Возьми крепко несчастную и опустившуюся руку мою и выведи меня на путь спасения. О, святой ангел Божий, хранитель, покровитель бедной моей души и тела, прости мне все, чем я оскорбил тебя во все дни моей жизни, если я чем согрешил прошедшую ночь. Защити меня в настоящий день и сохрани меня от всякого искушения вражеского, чтобы мне не прогневать Бога никаким грехом. И молись за меня Господу, чтобы Он утвердил меня в страхе своем и сделал меня рабом достойным своей милости. Аминь. Аминь. Пресвятая Владычица моя Богородица, своими святыми и всесильными молитвами отгони от меня смиренного и несчастного раба твоего уныние, забвение, неразумие, нерадение. Удали все скверные, лукавые, хульные помыслы из окаянного моего сердца и помраченного ума моего, и погаси пламя моих страстей, ибо я у Бога несчастен. Избавь меня от многих пагубных воспоминаний и помыслов, и освободи меня от всяких злодеяний, ибо Тебя благословляют все роды, и пречистое имя Твое славится во веки вечные. Аминь. Аминь. Молите Бога о нас, святые угодники Божии, Игнатий Владимир, Никита, Надежда, мы усердно к Вам прибегаем, скорым помощником, молитвенником о душах наших. Богородица Дева, радуйся, обрадована Мария, Господь с тобою. Благословена ты в женах, и благословен плод чрева твоего, яко родила Иси Христа Спаса, Избавителя душам нашим. Непобедимая божественная сила, честного же творящего креста Господня, не оставь меня грешным, уповающий на тебя. Спаси, Господи, люди твоя, и благослови достояние твое, победоносопротивные дары, и твое сохраняя крестом твоим жительство. Спаси, Господи, помилуй отца моего духовного, родителей, сродников, благодетелей, митрополита Илариона, епископа Евтихия, Вениамина, Агафангела, Диамида, Тихона, Антония, священный Рея Акима, Павла, Геннадия, Сергия, Василия, Иоанна, Михаила, Наума, Кирилла, Амбросия, Вадима, Зосиму, Алипия, Андрея, диаконов Евгения, Александра, Михаила, Андрея, епископа Максима, Сергия, Кирилла, Венедикта, Франциска, Корнилия, Александра, Диодора, и паству их, и весь священнический, иноческий чин, и высшие истинные служители миссионеров, христианам, язычникам, иудеям, мусульманам и буддистам, и нам, да, еще священника, если угодно тебе, смири власти и воинство их, наведи страх твой на них, чтобы знали они, что над ними есть царь царствующих и Господь господствующих, и через них сотвори благое церкви ты, Владимира, Дмитрия, Бараха, Александра, Рамзана, Петра, Александра, Эрдогена, Амана. Слава тебе, Господи, за тихую мирную ночь, что жизнь нашу продлил и разум сохранил. Дай нам желание трудиться, обнаружить и умножить все наши таланты, дарованные тобой. До сего пошли нам добрых помощников, наставников и советников. И сохрани нас здесь. И селение наше от пожара, от воров, от нечистой силы, живущих там. Виктора, Андрея, Игоря, Сера.
Алексея, Иосифа, Татьяны, почти добрые жители, знающих тебя, любящих уставы твои, послушания. Спаси и помилуй Татьяну, Наталью, Дмитрия, Игоря, Марину, Никиту, чада их, Виктора, Сергея, Севастьяна, Людмилу, Нину, Алептину, и расширь пределы общей нашей. Всех побуди на благовестие, дабы не были бесплодными. И даруй мир Израилю, России, Украине, Сирии и где война идет. Приготовь эту землю к великим и страшным испытаниям за отступничество от тебя, за попрание заповедей твоих. Спаси и помилуй Дмитрия, Марину, чада их, Валентину, Алексея и Валерия, вразуми. Валентину, Надежду, Дмитрия, 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 Олега, Алексея, Александра, 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 Владимира, Андрея, Юлию, Елену, Людмилу, Георгия, Михаила, Нину, Сергея, Анну, Юрия и всех, с кем мы познакомились, кому возвестили о истине твоей. Воздри на врагов, Господи, косни их сердце, пошли им вразумление. Не дай желаемое в их злобе, и в судный день невменимое их безумие, не дай им погибнуть. Благослови благодетелей наших, воздай им добром. Максима, Владимира, Валентину, Елену, Евгения, Евгения, Наталью, пошли их каждому вразумление по заповедям твоим жить. Избави от пьянства Павла, Михаила, Андрея, Владимира, Александра. Посети болящих, дай силу все перенести, исцеление подашь им. Сергея, Алексея, Александра, 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 Анну, Анну, Валентину, 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 Неонилу, Неонилу, Алевтину, Галину, Маргариту, младенца Анастасию. Ты всех и знаешь, Господи, Надежду. Путешествующих Раису Льва, отступников Николая, Михаила и всех, потерявших путь, возврати на путь спасения. Это наше сокровище, сайт и форма, что есть, сохрани от лютых волков, не щадящих стада и говорящих превратно, и трудящихся Игоря, Юлия, Дмитрия, Виктора, Гавриила. И нас помилуй, милости твоей я ради. Путешествующих, Раису Льва, отступников Николая, Михаила, и каждому открой истину, Господи, Господи, не пройди мимо. Благослови Самиру, дай уверовать в тебя, как спасителя мира, умершего за их грехи. Путешествующих, находящихся в бедствии, пытаемых, убиваемых детей твоих, прими их в обители твои вечные. И нас помилуй, милости твоя ради. Найди все наше сродство. Евдокию, Валентину, Ирину, Татьяну, Марфу, Нину, Николая, Ольгу, Елену. Слава тебе, Боже наш, слава тебе. Упокой, Господи, в обителях небесных усопших отец и братьев наших, родителей, сродников, благодетелей всех православных христиан, которые с верой, надеждой на жизнь вечную отошли, ибо нет человека, который, живя на земле, не согрешил бы. Прости им всякое согрешение, вольное и невольное, и душам нашим полезное сотвори. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешного. Слава тебе, наш Бог и Иегова, Абба, Отче. Свят, свят, свят Господь Саваоф. Вся земля полна славы Его, аллилуйя. Слава Вышних Богу, на земле мир, в человеках благоволение, аллилуйя. Благодарю Тебя, Господи, за день, в который дал веру в Тебя, страх пред Тобой и ожидание суда Божия. Благодарю Тебя, Господи, за тот день, в который дал мне святую Библию и указал на толкование святых отцов, аллилуйя. Воздай добром вечности Михаилу и Анне. Пресвятая Госпожа Богородица, Пресна Дева Мария, Матерь Христа Бога нашего, спаси нас молитвами Твоими. Ангел Христов, Хранитель мой святой, моли Бога о мне грешнем. Благодарю Тебя, мой ангел, за эту ночь. Сколько лет Ты хранил, защищал от видимых и невидимых опасностей.
Прошу тебя, мой добрый ангел-хранитель, не покини в смертный час, когда душа будет разлучаться от тела. И проведи душу мою по мытарствам страшным и непонятным, и веди ее навеки в вечное царство Христа Бога нашего. Аллилуйя! Иоанн Креститель, предтеча Христова, моли Бога о нас. Господи, научи нас жить и в бедности, имея пропитание и одежду, быть благочестивым и довольным, никогда не роптать, и каждому дары и жилье. Сергей и Гавриил. Господи Боже наш, слава Тебе! Укрепи народ Твой, дабы не страшиться царей и начальствующих, и не участвовать в бесплодных делах тьмы, но и обличать. Святитель Христов Никола, мир великий чудотворец, скорый помощник в бедах, добрый архипастор, моли Бога о нас. Святые пророк Илья и Елисей, Нох, Моисей, Самуил, Аарон, Иов, Авель, Ной, Иосиф, патриархи, Ездра, Неемия, Амос, Наум, Исаия, Иеремия, Варух, Иезекииль, Осия, Яиль, Агей, Сафония, Захария, Малахия, Давид, Нафан, Даниил, в отроке пророк Михей, Авраам, Исаак, Иаков. Молите Бога о нас, да исполнит Господь духом пророческим церковь свою. Дабы день прихода Твоего нашего отшествия не застал нас неготовыми, чтобы мы вышли навстречу Тебе с горящими светильниками, истинной веры и сосудами, полными илея добрых дел, соделанных в Духе Святом с любовью. Аллилуйя! Молите Бога о нас, святые ангелы, архангелы, херувимы и серафимы, все небесные силы престолу Божию предстоящие. Аллилуйя! И святые апостолы, и Петр, и Павел, и евангелисты, Матфей, Марк, Лука, Иоанн. Да дарует Господь жажду исследовать Священное Писание, ибо через них мы думаем иметь жизнь вечную, а они свидетельствуют о Тебе. Молите Бога о нас, святые мученики и мученицы, Игнатий Богоносец, Поликарп Смирский, Устин, философ, Косма и Дамиан, Андрей Стратилат и Ерун, мученик, Климент Римский, Климент Анкирский, Анфимий Кабидийский, Георгий Победоносец, Пантелеимон, 40 святых мучеников, Царь Николай, Святое Царское Семейство, Владимир, Вениамин, Иосиф, Борис и Глеб, дабы никто не принял начертания зверя. Укрепи народ Твой, Господи, и даруй веру Анфиму, Вениамину, и устраши родителей за такое ложное воспитание. Молите Бога о нас, святые отцы Василий Великий, Григорий Богослов, Иоанн Златоуст, Афанасий Великий, Ефрем Сирин, Антоний, Макарий, Макарий, Антоний, Феодосий, Корнилий, Иов, Сергий Радонежский, Степан Пермский, Серафим Саровский, Иоанн Тобольский, Иоанн Кронштадтский, Иоанн Шанхайский, Кирилл Мефодий Иннокентий, Николай Макарий, Алтайский, Филарет и все переводчики Священного Писания. Молите Бога о нас. Мы благодарим вас за ваш труд, что сделали Святую Библию понятной для нас на родном русском языке. Да воздаст вам Господь милостями своими. Молите Бога о нас, святые жены и девы, Фёкла Первомученица, Фатина, Самарянина, Феврония, Вера, Надежда, Любовь, Матерь София, Наталья, Адриан, Варвара, Екатерина, Перепетуя, Татьяна, Ирина, Ольга, Елена, Нина, Мария Магдалина, Мария Египетская, Прескила и Акила, Андроник и Юния, Киприяна, Устина. Да дарует Господь женам и девам послушание и молчание, целомудрие и стыдливость, и сохрани их от всяческого поругания, исправь непокоривость Галины и семейства ее, Евгении. Надежды, надежды, надежды. Светланы, Марии, Раисы, Ларисы, Марины, Юлии, Елены, Иоанны, Галины, Галины, Лидии. Не дай погибнуть ни одной душе. И между нами да будет мир, любовь и согласие по слову Твоему. И сохрани это место чуждым, закрепи и приближайся. Воззри на наше моление. Прими, Господи Боже наш, слава Тебе. Мы не знаем иного Бога, кроме Тебя. Ты истинный Создатель и Бог. И утиши воюющих в Армении, Азербайджане и всюду. Приведи их к покаянию, дабы христиане поступали, как Ты заповедовал.
не по стихиям мира, а по Христу. Господи Боже наш, соделай, чтобы весь день был посвящен прославлению Твоего святого имени. Мы так нуждаемся в этом, чтобы у нас были чувствования во Христе Иисусе. Возвыси народ Твой, будь милостив к нам. Благодарим Тебя, что и труды наши благословил, что мы трудились в селении. Слава Тебе! Велика милость Твоя! Ты отвечаешь на просьбы народа Твоего. Аллилуйя! Спаси и помилуй, защити и сохрани, укрепи и возвысь народ Твой и всех побуди на благовестие. Аллилуйя! Прими нашу молитву, Господи, и воздяние рук, как жертву вечернюю, благоухание приятное перед престолом благодати Твоей. И соедини нашу молитву с молитвами всех святых, молящихся Тебе на небе и на земле. Услыши и исполни молитву всех, молящихся о нас во благо нам. Господи, прими нашу молитву о всех, заповедавших нам молиться о них. Спаси их и помилуй. Аллилуйя! Говори, Господи, Владыка, слушает и слышит раб Твой. Господи, Владыка живота моего, дух праздности, уныния, любоначалия, празднословия, сребролюбия, не дашь мне. Дух же целомудрия, смиренно мудрия, терпения и любви, даруй рабу Твоему. Ей, Господи, Царю, даруй зреть моя прегрешение, и не осуждайте брата моего. Яко благословен еси во веки веков. Аминь. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй нас. Боже, будь милостив ко мне грешным. Спаси и помилуй, Владыка мира. Сохрани наше достояние и посеянное нами, и книги здесь, и в пути находящиеся. Слава Тебе, хвала Тебе, честь и поклонение, слава и благодарение. Помилуй нас, Господи, благослови в радости очищенными встретить Пасху Христову. Посети одиноких, покинутых, слепых, на операционном столе лежащих, плененных. Окажи им помощь Твою святую, не дай им отчаяться в спасении своем. Господи, Владыка живота моего, дух праздности, уныния, любоначалия, празднословия, сребролюбия, не дашь мне. Дух же целомудрия, смиренно мудрия, терпения и любви, даруй мне рабу Твоему, ей, Господи, Царю, даруй мне зреть и моя прегрешение, и не осуждать и брата моего, яко благословен еси во веки веков. Аминь. Слава Тебе, Боже, да будет благословен этот день. Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе. Доброе утро. Доброе утро. Да. Доброе утро. Надежда, держи стул, там можно сидеть. Так, поставим на место. Твои эти вот. А я уберу, уберу. Да, поставь. Сразу приступаем к своему делу. У нас внутренний отчет за прошедший день. О. Да. Так, Никита, давай.